Всем привет, с вами Ирина. В этом видео хочу показать вам вот такой вот подросточек. Это один единственный, который пришел у меня со всего заказа от Швертера с двумя небольшими корешками, и то они были повреждены. Они сохли от основания, ну и через некоторое время, естественно, что они полностью засохли. Вот это растение я посадила в кору, прикрыла сверху мхом, и, как оказалось, корешки, когда начали все больше и больше подсыхать, естественно, что мне пришлось эти корни удалить, потому как эти корешки уже абсолютно не питали растение. Я ее опрыскиваю по листикам. Тургор мы, конечно, теряем, но очень хорошо, что мы начали растить молоденький корешок. Один листик, вы видите, у нас уже полностью пожелтел. Я его пока что еще не снимаю, жду, когда он уже сам отпадет. Не хочу вмешиваться в этот процесс. Но растение пустило корешочек, и я уверена, что я выхожу это растение. Покажу вам название. Ой, так что я его сейчас не уронила. Вот название этой крошечки. Так что мы набираемся сил, растим корешочек, и все у нас будет хорошо. В тепличке ей уже стало намного комфортнее, и корешок у нас уже пошел в рост. Я когда принесла это растение сюда в тепличку, корешочек только был наклюнулся. Вот уже спустя некоторое время вот такой вот отличный корешочек, и он уже растет. Так что растение будет жить однозначно. Так что, ребят, бывают всякие ситуации, растения приходят тоже всякие, нужно быть ко всему готовым. Ну, все, спасибо вам всем огромное за внимание, подписываемся на канал, ставим лайки, и до новых встреч, пока-пока!